Так, ну что, ребят, всех рад приветствовать, вы на канале Кент Метро Рояль, и это новый ролик на моем канале. И мы сегодня с вами в очередной раз покупаем на сайте FunPay, который я рекламирую постоянно на всех стримах, покупаем с сопровождением. И сегодня я решил купить сопровождение у читера. Представляете? Сам читер меня будет сопровождать. Я нашел продавца там одного, и у него написано: VIP-сопровождение на 5-й карте. Файты, плюс радейка, фулл 6, с МКшкой в начале. Гарант 4К, то есть 4 миллиона. Плюс вещи. И написано софтом. Меня это очень сильно заинтересовало. Мне стало интересно, каково это вообще, как это работает. И сейчас мы будем подвергать свой аккаунт к не очень хорошему. Поэтому, братцы, с каждого лайкосика обязательно, прям вот, ну, максимальная поддержка, потому что если, ребятки, мы за сутки 5000 лайков не будем набирать, я больше не буду выкладывать данный контент, так как он для вас будет неинтересен, как я понимаю. Поэтому, братцы, хотите, чтобы я еще устраивал на фанпэй проверки, то 5000 лайков за сутки, я выпускаю новый ролик. Если не будет, значит, ну, это не мотивирует меня никак, поэтому, значит, этот контент вам не интересен. Ладно, братцы. Я никому не рекомендую покупать софтом. Сейчас вместе с вами все проверим. Let's go. Поехали. Вон. Привет. Сейчас, подожди, пожалуйста. Блин, на английском. Домой! И он там сейчас. Орёт. Так, армор. Так, сейчас. Софтер, ребят, стоим. Надо, наверное, одеваться. Все-таки что делать там? Кашку давайте. А где? Армор. А вот тут. Летишь. Слоник. Ай, ну. Говори, что. Срен то, что я так скромненько иду. Я просто забыл то, что я типу сопровол делал, и пару каточек не повезло. Ты готов? Убивайте, если что, будем акару аккуратно. Аккуратно я буду тебе типов метить. Понял? Убиваем в спину, ну, в крысу как-нибудь. Стараемся. Просто если меня ёбнут, то, ну... То есть, получается, я буду стрелять? Приготавливайся. Сейчас, подожди, браток, тогда получается, надо патронов побольше взять. Ой, блин, подожди. Ну поехали с читами. Я пока что... Ты приготовлюсь, а я сейчас посчитаю. Чего там посчитаю? 800. Поехали. Плюс... 900. 1000. Ага. Ждем. Так. О. 1000. Раз. Два. Три. Нафиг надо, пошлите с читерами в самом начале. 10 плюс. Он не сворачивает. О, самое мясо, поехали с читами, сейчас он будет нам устраивать. 1500. Еще так. Что-то там еще копить. Что-то там еще читает. А, ой, чё? Блядь, подожди. Я чит забыл что-то заинжектить. Сейчас, успею. Так, сейчас ключ получу. Забыл чит заинжектить. Что? Так, ключик я получил. X-hack. Сейчас, подожди, пожалуйста. Пару секунд. Давай, давай, брат, давай! Ну? О, запускается, ура. Блять! Ты в трусах сидишь, придурок, блин! Ну, запускайся, блять. Запускай быстрее, бля, машину свою, времени! Блять! Че ты бляхаешь быстрее? Давай, ты, бля. Быстрее, блядь. Все. А, вот там один тип. Вот там один тип. Вот там вот. Он один. И сзади двое. Блядь, ты крыса. Он на гору поднялся. А я не умею, если стрелять. Иди сюда, иди сюда. Давай. Оптика. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Слышь, братан, а что за это у нас там? Уродная. Слышь, ты читер, бля, давай этот патрончик один ему по шапке дай. Слышь, у меня одна аптека. Алло, еб. Решай проблему. Постреляй по нему, постреляй.
в его сторону и перебегай ко мне. Так. Ага. Блять, он сзади тип обходит нас. Один только. Ляш. Лёг, братишка, лёг. Что делаем? Он про нас не знает, которого там вот. Ага. Бежит. Так. Да, там вот. Все, встаешь? Он будет право чекать. Смотри, вижу, право. Братан. Видишь его? Пошли, ляш. Лёг. Братан. Тихо, ляш, братух. Хорош, подними. О! Плиз, скорее. Давай, братуха, ты читер, серьезный, бля. Поднимешь и беги к нему за камушек, понял? Хорошо, там братуха. Тип бежит, вот там вот. Поднимай. Ага, все, братан. Тихо, аккуратно. Я отойду. Бежит, аккуратно. Сныкайся. Бегу, брат, бегу. А его на горе сейчас тип вот. А, его сейчас ебнут, да. О, он убил. Хорош, братан. Аккуратно, ко мне. Ко мне, на мою сторону, чтоб. Да. Хорош. Че, вот тут четырюга. Там еще просто типы. Блядь. А это кто? Братан! Сука, включай читы, давай лупи их. Давай, лупи, Да ты, блядь. Чё у тебя за читы, блядь, такие? Читер. Блядь, я с тебя броник потерял, сумку. Фу, блин. Ну ты чё? Я тебе удивляюсь, Мартин, да. Сумку, блин. Ты слышь, ты... Сорян, не смогу. Наверное. Чего? Я деньги верну, окей? В смысле ты вернешь, блин? Алло, слоник. Почему? Давай еще. У меня нету броника, радика, нету. Бля, ты... Еще, ладно, просто попробую. Что-нибудь придумать. Я дам. Давай, я тебе дам. Поехали, давай еще. Я одеваю сопровод, типа. Согласен, нет? Но если мы сейчас помрем, это же сейчас будет беда. Так, мне нужен рюкзак. То есть читер говорит мне, что я не смогу сделать сопровод. Броня. Давайте купим ему броню. Читеру броню купим. Я в шоке. Ткань еще купим. 300 штук. Шалеть. Ты не должен 10 сопроводов за это. 1 600 000 осталось. Ты офигел. А? Мне все равно не хватает. Че тебе не хватает? Пиздец какой-то. Так, гоу на 4-ю дам броню. Купил сопровождение, сам одеваю. Спасибо. Пожалуйста. Ну, поехали. Ну чё, братан? Готов? Наш план. Так, какой? Бежать вот туда. Хорошо. На радик прям. Хорошо, братишка. Угу. О, где людей? Ну-ка скажи. Ну, опять не прошли. Компас. Нам в этой первой катке просто со спауном не повезло. Да, крайне. Согласен с тобой, коллега, согласен. Ну-ка, компас, скажи, кто где.
Ну-ка, дай-ка меточку-то. Есть там кто, нет? Ну сколько народу скажи? 4 игрока. Ты чё, фонарил? Там тоже 4. Нам остается только это добежать просто. Брать и бежать. Бежим, брат, бежим. Обязательно бежим. Записи там что-нибудь и побежали туда. Все, все, пью, брат, уже вот. Энергетейшн. Логитейшн. Топим, брат, топим. Газуем, беги, главное только. Супроводно. Туда, 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 да, да. Бегу, брат, бегу. Ты только догоняй, главное. Фух. Я надеюсь, я бан не получу, честно. Вот прям очень на это надеюсь. Получается, за игру с читером мне может прилететь хорошенечко. Я тебе после этих двух каток отдам этот броник. Еще, братан, сначала выживи. А то придется мне тебе еще раз давать. Давай, я тебя подожду сюда, хоть бежим. Ладно, хоть отдаст, слава богу. Я включу потом, ребят, микрофон опять. Ты сможешь улицу залутать, только аккуратно. То есть, убивая собак, 2 патрона или 3 патрона в голову. Сможешь? Могу, брат. Все могу. Блин. Так, где тут у нас? Сейчас мы сейчас сделаем по-другому, братан. Сейчас все будет. Сейчас троих типов закроем, надо давай. А, закроем, как, без проблем, брат. Сейчас всех закроем. О. Чем быстрее, вот прям около у нас, около нас один тип вот лутает. Нет, куда я? Слышь? Вагон, смотри этот. Так. Читерство? Я патроны не против возьму. Бери, бери. Иди лутай его. Алло. Все. Чилик, чилики. А, аккуратно, стой, 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 стой. Типы еще идут, еще идут. Слышишь? Вот сидишь в огонь, слышишь, вылазь, давай, сейчас сожгут тебя. Аккуратно. Паля, где он-то? Я поднимаю. Давай. Жалобу на него кинули. Чтобы его, чтобы его забанили. Так, читер, решай вопрос. Thank you. Нет, никто не звонил. Сейчас, короче, проверим, сможем мы его забанить или нет. Да хорош, братан, ну ты, ну хорош, ну ты прикалываешься, что ли? Что это за читер, блядь, скажите? Тоже новые точки, вот. Не, братан. Не, я не. Давай верну деньги и все. Не, стой! Я буду лучше пофармлю. Не-не-не-не-не-не. Много пофармлю. Не-не-не-не, стой, что, стой. Не? Не, го, я дам тебе еще. Все нормально, поехали, брат, уезжайте все сюда, мне... У меня снова ни хрена не будет. Так. Ну давай. Короче, я посмотрю, получится его забанить или нет. Аккаунт всего лишь 10 левел. Поэтому жалобу мы кинули, что он читер. Сейчас посмотрим. Но если его забанить... Если мы его забаним, то мне тоже в окно за это, да? Так, держи. На тебе броню и на голову. Попробуй, блядь, только слиться еще раз. А ты чё шапку как у меня одел, слышь, покемон? Сумку не дам, сумка моя. Так. У меня осталось 1,5 миллиона. Чё делаем? Делаем следующее. Броня. Голова, броня нам нужна по-любому. Все, у меня нету, получается, даже на закуп денег. Делаем мы следующее. Продаем, продать, 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 продать. Что еще есть продать? У нас больше нету ничего продать. Ой, ой. Продать, продать, продать.
Понимаете, остается золотая МКшка. У меня даже нету ткани, если что. Сейчас прибом нужна радка, блядь. Так. Нормально. Братан, ткань одна, если что. Он понял, надеюсь, нет, или он не увидел? Блин. Ткань. Только у тебя. Понял, братан? Не понял. Алло, еб. Покемон, тебя не слышно. Я понял. Ты не взял, что ли, себе? Не, нету денег больше. Это отдал, понял. Ну, давай тогда. Погнали, братан. Давай, братишка, сейчас все будет четко. Так ты золотаем. Ну, я золотаю. И тебе все скину. Вот так вот. Давай. Давай, братан, давай. Все, что можно золотая там. И... Попрошу тебя, пожалуйста, можешь мне этот... Рюкзак дать, наверное. Аккуратно, брать. Окей, брат, хорошо. А, давайте мы повторим. Пожалуйста. Это чтобы было неповадно играть с читами. Но я рискую своим аккаунтом вот этим, потому что если его забанят за читы реально, меня тоже воткнут за игру с читером. Ну ладно, это аккаунт фильм, ничего страшного. Его дадут баны. Давайте дадут... баны радки. На 7 дней дадут всего лишь бан. Ну не на радки, а по длинной, короче, идут. Газон. Давай двух типов примем. Что с второй? Иди ко мне, срочно, ко мне иди. Давай, иди, ну, брат. Ко мне. Или. Да. Вон сядь где-нибудь и тут. Вот тут сядь. Да-да. Сейчас нам типы. Давай, брат. Просто сиди ты и сиди. Ждем их, короче. Он только один, если что. Давай, братишку, все сделаем сейчас. У меня спалил. Охренеть, он меня спалил. Дай. О, братишка, патроны есть, дымчики. Не побежали. Давай, братуха. Смотрите, видите, как странно, да? Хоть он делает, но лутай. Лутай, говорит. Даже патроны не забирает. Жалко, что ткань не принес нам. Так, что это? Я... Можешь спрятаться куда-нибудь? Куда, братан? Я сейчас пойду, подниму типач на крыше. Давай, брат, давай, жду тебя. Да ты хорош, ну ты сейчас умрешь же, а? Убегай, второй ко мне, беги. Бегу, брат, бегу! Иван, ткань, братишка, найди мне. Его там уже ругают. Беги ко мне, алло. Бегу, брат, бегу. У меня тут радка. Алло. Да бегу, брат. Бегу. Убей пёселя, вот там. Marked a location. Вот там что-то упало. Можешь заутать? Да, братишка. А. Ткань, быстрее. Вот.
Так, надо все их брать, то, чтобы бабки были. А, пойдем, побежали скорее. Я так понял, ты без радки сейчас, да? Угу, конечно, брат. Или с радкой? Нету, ты че? А? Ты нет. С радкой? Нет? Тогда беги туда. Туда беги. Бегу, радно, бегу. Вот, туда. И сникайся туда, окей? А я пойду радку золотому. Давай, братулек, давай. Давай, радно, давай. Я здесь по контролю, братишек. Блин, коллиматор так у меня жалко. Да. Нет, конечно, хорошо, когда рвение там молодых ребят есть зарабатывать на сайте FunPay, там, типа делать сопровождение, продавать вещи. Но вы же пишете там, типа, делать сопровод с читами. Да блин. Ну вы же даже не можете сделать его. Ну, по факту. Элементарно, у вас даже нет ничего для того, чтобы сделать сопровод. Только я все вещи свои отдал. Все вещи свои отдал, еще нет зарядки, нет. И просто, блин. Хочет хоть как... Ну, это знаете, как хорошо, что стремление есть у молодых, типа, хоть как-то заработать. Но не такими способами, не читами. Это прям, ну, осуждаю, ребят, это очень плохо. Вот. О, слиточки есть. Ограниковые штучки у него. О, даже... Смотрите, сейчас, даже АМГшку отдал. Золотая улица, потом черную тебя дам. Вот. За это респект, ладно. Ладно, мы с ним поговорим, когда я включу. Еще типы бегут. Во! Братан, это мне надо. Так, я буду тебе отдавать. Я, братан, всех порешаем, не переживай. Я, наверное, пойду попробую их загасить. Пошли вместе, брат. Вот. О, письмо черное. Не снипится, можно что-то отсюда снипится? Сдать просто. Окей? Я пойду попробую. Я их учу по одному все закрыть. По одному. Ок. Давай, чеши. Уж как мы там на подстраховочке чуть-чуть читеру поможем. Неужто он сейчас будет всех втыкать так издалека? А? Да, брателла, походу тебе писец. Че ты у тебя как херовый спалился, блядь, два раза. Бы одного хоть забрать, у него помочь ему. Сейчас я одного закрою. Давай, брат, жду. Опа, это у меня это пары потухли. Закрыл, да? Понятно. Это ты прикалываешься, блядь, ну как? Братан, ну ты серьезно, что ли? Второй убегай. Так, скажи, какая у тебя, напиши, какая у тебя выкладка. Трешку у меня. Второй. Блядь. А, не надо мне, блядь, надоел ты мне, блядь, уже. Три. Че, пойдете, помрем вместе с ним, да? Буква Ю, да? А, он подземки, ё-моё. Убегай на выход, убегай, нет. Если лямбу получу. Сдохну, так сдохну здесь.
Убегай, алло, ты слышишь? Алло, не слышу, братан. Убегай. Не слышу, брат. Пожалуйста. Он смотрит тебя, убегай, алло. Второй. Говори инфу, где они, бляха-муха. Не надо. Надо, Вася. Второй. Надо. Надо, батенька, надо. Второй, убегай. Надо, батя, надо. Так что остальные пацаны. Что ты делаешь? Убегай, алло. Вот отхилиться. Убегай. Поехали. Что скажешь, давай. Я сказал, нужно умереть здесь. Что он скажет? Да, возвращай деньги. Почему? И отдаю тебе этот бронь, все вот это. Стой, брат. Нет, сорян. Ну почему? Я не справляюсь, я не могу. У меня нет лута. Я пойти пофармить, я тебе отдам, верну. Поехали, включаем микрофон. Что, почему? А почему? Чё? А почему? Ну, у меня нету денег, нету ничего. Зачем с щитами играешь? Кент? Да ладно. Да ну, рил? Ну да. Я в Анну-ка сейчас зайду. Аккуратно. Ты сейчас стримишь? Нет, брат. Я ролик записывал. Как дела? Хорошо. Блин, я в шоке. Впервые. Как? Братан, ты по моей ссылке зарегистрировался? Или нет? По моей ссылке на фанпей зарегистрировался или нет? Фанпей? А? Да. Нет. Не по моей, да? Понятно. Да. А почему ты не играешь честно, допустим, с пачкой, просто делать сопровод нормально? Не, просто... Я могу сейчас все вернуть и пойти нафармить тебе, отдать вещи эти, ну, которые слили. Ну, смотри. Ну просто мне элементарно, почему ты не можешь собрать пачку и делать нормальное сопровождение? Пачку? Ну некого звать. Это же невыгодно, покупать читы там, наверное, аккаунты терять. Маркиз, что ты мяучишь? А? Так. Не вы... Слушай, я... Ты меня слышишь, нет? Да. Да. Я в каждой катке кинул жалобу на тебя, как на читера, чтобы ты понимал. Слышишь меня? Слышу. Как думаешь, прилетит тебе? Я через Вьетнам играю. Может, конечно, но маловероятно. Маловероятно. Да, ну может. Но ты же смотри, ты вот не боишься, что столько попыток, и ты можешь аккаунт чей-нибудь забанить? Ну, просто за игру с читером. Можешь же прилететь. Нет, не может. Почему? Я сейчас я верну деньги, окей, сейчас. Да нет, стой, подожди пока, ничего не надо делать. А, деньги остаются тебе за твое старание, там, пофигу, за рвение. Сколько тебе лет? 13. Вот это тебе, понимаешь, они останутся тебе, это за твое рвение, что ты пытаешься заработать. Но можно зарабатывать нормальным путем, найти себе команду и делать хорошее сопровождение на фанпэй, да. Просто зарабатывать, а не вот этой херней заниматься. Да. Нет, я просто вчера сделал одну сопровождение за 100 рублей. Так. Все, ништяк, ну прям идеально. Нифига себе, за 100 рублей ты вчера сделал, а мне что-то, по-моему, не за 100 рублей, блядь, сделал. Сколько я тут отдал-то? Я заплатил 295 рублей. Ты чё, братан? А ему за 100? Так тут же, там же написано. Угу. Ну, я понял. Либо за 100, либо там, ну...
Ну, то есть, получается, по факту, у тебя есть VIP-сопровождение на пятую карту, вынос 4 миллиона. Стоит 118 рублей. А я купил за 295 сопровождение VIP-сопровождение на пятую карту. Файты, плюс радейка, плюс МКшка, вышка. А в итоге, короче, я заплатил за ничего, да, и еще тебя одел. Так что я в шоке. Шоки, я да? в шоке, это что вообще, как это произошло? Ну как что это произошло? Тайминги? Ну, братан, будешь в ролике, узнаешь. Ура, я в ролике. Ура, да? Прекращай с читами играть, нормальную команду себе собери и кайфуй. Почему не работают наушники? Нет, да? Понятно. Мама там тебя ругает. Я сейчас подпишусь, поставлю. А, ты еще и не подписан, да, брат? Все понятно с тобой, все ясно. Ладно, давай, тебе удачи. Писался, я деньги возвращаю, деньги не буду забирать. Это твои деньги. Это тебе за рвень, то, что ты пытаешься 13 лет хоть как-то заработать. Но старайся зарабатывать честным трудом. Ну, честно, не с читами. Это очень плохо, осуждаю. Поэтому, ну, понимаю. Давай, тебе удачи. Старайся делать нормальное сопровождение и без читов. Все, давай, тебе удачи. Короче, братва. Спасибо большое всем за просмотр. 5000 лайков, братцы. И новый ролик будет на канале. С проверкой сопровождения. Кому нравится контент такой, ребят, обязательно подписываемся. Не играйте, ребят, с читами. Это очень плохо. Вы загубите свой аккаунт. Ну, фиксим на ваш аккаунт. Вы загубите аккаунты клиентов, которые вас покупают. Хоть вы говорите, что там, да там не забанят. Вам, ребят, ездят по ушам. Это читы, понимаете? PUBG Mobile — это не просто там какой-нибудь Tetris. Это огромная просто компания, в которой работают профессионалы, и каждый чит со временем отслеживается, и его втыкают. Поэтому, ребят, играйте честно, зарабатывайте честно. Сайт OnePay, вы можете там выкладывать свои сопровождения. Возможно, может быть, я тебя проверю. Поэтому, братцы, работайте честно и никого не обманывайте. Все, ребят, с каждого лайкосик. Всем огромнейшее большое спасибо за просмотр. Люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.